Казахстана перестали бегать от армии. Об этом рассказали в Генштабе республики. В этом году только в столичные пункты уже явились почти 6500 призывников. Членов комиссии радует не только высокая явка, но и состояние здоровья будущих солдат. В течение последних 2 лет мы замечаем значительно возросший индекс здоровья призывников. То есть меньше тех, кто имеет вредные привычки, больше тех, кто занимается спортом. Порядка 8-8,5% из общего количества обследованных – это те люди, у которых мы выставляем определенные диагнозы. Этой осенью в казахстанскую армию призовут более 12 тысяч новобранцев. В вооруженных силах страны, между тем, более 70% составляют профессиональные военные и контрактники. Поэтому число призывников практически не увеличивается.